Полицейский допрашивает свидетеля вооруженного убийства, совершенного средь бела дня. Он спрашивает у свидетеля: когда вы услышали первый выстрел, на каком расстоянии вы были? Свидетель говорит: ну, наверное, метров 25. А второй? Ну, когда второй, я уже, наверное, был метров 300. Девушки, которым в детстве не покупали раскраски, теперь ходят с нарисованными бровями, толщиной собачий хвост. Петруха, вы можете мне заменить выключатель? Мадлёна, у вас же есть гоблинавр, пусть он починит. Но ему нельзя, его может убить током. Мадлёна, появилась новая жвачка для похудения. Да, как она действует? Челюсти склеивает. Сегодня на кухню поставили новую раковину, а старая чем не угодила. Старая слишком маленькая, чтобы чайник воды набрать, приходилось всю посуду перемыть. В магазине. Извините, у нас нет сдачи. Ну, пожалуйста, возьмите 5 жвачек с лунтиком. А что я вам, ребенок что ли? Дайте с фиксиками. Принесли мою распечатку на зарплату. В конце вместо итого написано «Игого». И главное, судя по сумме, все правильно. Работаю оператором сотовой связи. Однажды звонит мне гость из ближайшего будущего. Спрашивает команды о подключении услуги. Я говорю ей, объясняю: звездочка, решетка, бла-бла-бла-бла-бла, решетка, зеленая трубка. И он задает мне вопрос, от которого меня всем офисом потом вытаскивали из-под стола. Он спрашивает: а звездочка это мохнатая точка, да? О том, что выглядишь на 17 лет, приятнее слышать лет 40, а не в 25, когда бухло без документов не продают, а паспорта с собой нету. Сходил к гадалке за 20 баксов. Нагадала, что сегодня в семье будет скандал. Пришел домой, тишина. Упозвал тещу дурой. Не пропадать же 20-ки. За минувшие сутки никто не убит, не застрелен, ничего не взорвано, ни один самолет не упал, ни один корабль не утонул. Происшествий не было. Редакция НТВ просит извинений у своих зрителей. Любители юмора и танцевальной музыки приглашаем на канал анекдотов. Ссылка в описании.